Всем привет! Вы на канале видеообзоры For Kids. И мы продолжаем нашу бумажную распаковочку. Если вы не забыли, то вот эти вот две повторочки, еще не открытые, пойдут нашему победителю на отдельном конкурсе, который я объявлю в ближайшее время. А также еще с чехлов для телефона у нас повторочки пойдут, и может быть какие-то еще сюрпризики для вас, я подумаю. Ну а пока можете участвовать в нашем действующем конкурсе, который проходил пару дней назад, наш совместный конкурс с другим каналом, так что ищите. А сейчас, если вы заметили, у нас новиночка музыка. Давайте откроем один пакетик. Ну и будем отбирать дальше. Чай и кофе. Возьмем вот этот первый пакетик. Коктейльная вечеринка. Возьмем вот этот из серединки. Тучки. Давайте в этот раз голубой пакетик возьмем. В тот раз мы брали розовый, по-моему. Дальше Франция. Давайте откроем неправильный, который я немножко не так нарисовала. То есть синий у нас тут вверху. Чехлы для телефона. Интересно, удастся ли нам открыть новый. Давайте вот этот возьмем последний. И любовь это. Откроем, например, вот этот пакетик. И начнем мы. Давайте полистаем. Давайте, как всегда, наверное, с чехлов для телефона. Вот мы отобрали вот такой чехол. Интересно, не будет ли здесь повторочки? И, ребята, нам снова не повезло. Я уже вижу, что просвечивается здесь повторка. Зато она пойдет победителю вместе с апельсиновой темой и с остальными повторочками чехлов. Как я уже говорила. И что-нибудь еще будет. То есть опять нам не удается два еще собрать. Но зато вот эти два уже точно будут не повторками. Так. Здесь тоже повторки пойдут победителю. Это мы собрали. Любовь. Вот такой пакетик. Любовь – это гармония двух душ, поющих вместе. Здесь такое сказано. Послание. Здесь попадается такая коробочка в форме сердечка. Наверное, коробочка с конфетами. Цифра 3. Приклеиваем сюда. И остается два сюрприза. Не все такие небольшие. Теперь кофе и чай. Что же нам сегодня попадется? Может, хоть чай на этот раз? Но нам попадается вот такой вот круассанчик. Или рогалик. К чаю или к кофе. Цифра 5. Приклеиваем сюда. Теперь открываем коктейльную вечеринку. Такой пакетик, в котором лежит вот такой стаканчик с напитком. Простенькая коллекция. Я надеюсь, вам она тоже понравится. Цифра 5. Переходим к Франции. Вот такой пакетик. И здесь лежит вот такой фонарик. Посмотрите. У которого номер 5. Теперь тучки и остается еще музыка. Какая же тучка в этот раз попадется? Или облачко, называйте как хотите. Вот такая тучка, которая говорит cool. Как вы думаете, что это значит? Напишите нам. Цифра 8. В прошлый раз тучка говорила yes. И, конечно, все написали правильно, что это да означает с английского. Теперь музыка. Вот такой вот пакетик с нотками. Напишите, может быть, кто-то занимается музыкой и на каком инструменте вы играете, если занимаетесь. А нам попадаются наушники. А также напишите вашу любимую песню. Ведь музыку-то, думаю, слушают все, а вот играют, конечно, не все. Цифра 5. Сегодня очень много попадается по цифре 5, ребята. Давайте сейчас дружно напишем любимую песню вашу.
И на этом все, но еще есть приветики. Вот такие, вот это были вчера еще два, а вот отсюда уже начинаются новые. Посмотрите. Всех именинников с днем рождения. Если нашли себя, поставьте, пожалуйста, лайк. Вот такие вот приветики. Я вас всех люблю. И, конечно же, ждите наших следующих видео. Ведь у нас много еще всего интересного впереди. А на этом все. Пока-пока. И переходите на наш влоговый канал «Город у моря». Всем пока!